Сотрудники полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий вблизи села Введенское задержали 23-летнего жителя Тверской области. В ходе личного досмотра мужчины был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом и еще один с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что изъято является психотропным и наркотическим средствами общей массой более 100 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.